father, there's a side to me you don't know. Different to the child with the smiley photos. Made some decisions, some wrong, some right. Now strangers for my number when I'm sleeping at night. Приветствую, дорогие друзья. В сегодняшнем видео хотел бы поделиться с вами маленькой халявой. На Оригине я как-то раз сидел, потом перестал и как-то шарился по интернету насчет халявы, что-то искал новое халявненькое. И зашла речь о Оригине. Можно получить Dead Space, который стоит 300 рублей, всего лишь бесплатно. Для этого нужно просто иметь аккаунт на Оригине. То есть, ссылочку я в описании оставлю. То есть, заходим, нажимаем «Приобрести сейчас», и дальше игра у вас должна появиться, вот. Она появится у вас в моих играх. Понятно, что я не покупал сюда никакие игры и так далее, просто, так сказать, бесплатные игры. Вот, но после этого, как вы подтвердите, у вас появится Dead Space, после чего вы ее сможете скачать, нажать загрузить. Сколько она весит, я честно не знаю, но требуется, ну, 7 гектаров, у меня доступно на диске 14, то есть могу ее скачать, но не хочу. Вот, для любителей халявы вот такая маленькая приятная вещь. И как я понял, Origin в бесплатных играх сделали такой раздел «Подарок Origin». То есть, постоянно заходите, смотрите, будут, я так думаю, что еще какие-либо такие раздачи игр. То есть, вы можете прочитать, зачем они это делают и так далее. Думаю, вам понравится эта бесплатная халява, которая стоит как бы 300 рублей. Но все-таки. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. Пока.